задача была какая? Значит, задача была, чтобы при старте вашего Linux Mint у вас не выплывало, значит, вот это вот окошечко сообщений. Для этого мы зашли в настройки, открыли папочку автозагрузки. И вот мы отключили этот конки менеджер. Как он там оказался включенным, я не знаю. Вот. Но зато потом мы зашли в конки менеджер. Да в любой, или сверху, или снизу. Разницы я не вижу. И вот здесь в настройках, наоборот, включили его. Но не менеджер, а включили сами конки при загрузке. Теперь они при загрузке будут появляться. В принципе, значит, я считаю, что вот ваш вопрос, ну, практически я ответил полностью. Значит, ну, связь, правда, не фонтан. Ну, по крайней мере, вы можете написать. Моим, как говорится, ответом вы удовлетворены, как убрать. Ну, пожалуйста. Ладно, значит, будут у вас проблемы, значит, ну, обращайтесь тоже, как говорится. Тут очень многое настраивается. Вот, я... Так, может, конки менеджер, что? Так мы его отключили. Мы можем и удалить, ради бога. Идете сюда, пошли сюда, пошли в автозагрузку. Вот, пожалуйста, есть запись, удалить. Вот предоставляю вам полное право. Нажимайте на кнопочку удалить. Все. Закрываете. Ну, закрывайте конки. Все. Ну, ладно. Желаю вам всяческих там успехов. Вот. Поднастройте там у себя, я не знаю, у вас, может быть, вообще микрофон есть. Напишите, у вас вообще-то микрофон подключен, есть или нет. На этом компе нет, да? Все понятно. Ну ладно, ну в следующий раз, значит, вот запомните, значит, TeamViewer можно очень эффективно пользоваться, но нужно, чтобы был, по крайней мере, сама программа была TeamViewer, и чтобы был подключен микрофон. Тогда можно вести более, скажем так, полноценный диалог. Вот. Ну ладно, все, желаю удачи. Вот я видеоролик сделаю. Вот это будет обучение, как говорится, пользователям. Как там с этими конками разбираться. Так что считайте, что вы мне видеороликом за это дело расплатились. До свидания. Ладно. Ну все, привет.